Всем привет, меня зовут Катя. Я хотела бы вам показать свой туалетный столик, организацию моей косметики. Здесь в одном месте у меня хранится косметика, лаки, бижутерия, заколки. В общем, сейчас я вам покажу общий вид, как все это выглядит. Итак, такой стол, торшер. Здесь у меня такая подставка для ручек. Такие шкатулочки, сделанные своими руками, ручная работа, не мной сделанные. Такая красота. Дальше здесь салфетки, в общем-то, косметички с косметикой и бижутерией. Итак, начнем, наверное, с косметики. Она у меня хранится вот в такой косметичке. Извините. Вот в такой. Здесь, конечно, не все, но основное. Вот так вот все организовано. Там тональные средства, пудры, несколько теней, карандаши для глаз, туши, щипчики для ресниц. Так. Я сейчас подробно ни на чем останавливаться не буду. Если интересно, оставляйте запросы, предложения, комментарии, и я отвечу на все ваши вопросы. Уже, может быть, расскажу более подробно. Также у меня есть вот такая палеточка от Mary Kay. Точнее, даже не палеточка, а такой наборчик. Здесь не только тени, здесь... Сейчас я покажу. Вот так вот. Тени, румяна, бронзер, кисточки. Карандашик вот у меня тут лежит, самый любимый, наиболее часто используемый. Так, дальше, вот в такой маленькой косметичке у меня лежат кисточки. Для румян, для глаз, для губ, для тональной основы. Здесь... Вот в такой косметичке хранятся блески и помады. Она вот такая вот двойная. В одном отделении помады, в другом блески. Очень удобная. Дальше есть вот такая у меня небольшая косметичка от Avon. Здесь у меня лежат всякие пробнички, духи и помадки. Тоже от Avon. Еще одна косметичка. Здесь у меня хранятся... это уже бижутерия. Давайте сначала покажу лаки. Лаки у меня хранятся вот в такой косметичке. Она такая со значком. МТС. Поздравляли с Новым годом меня. Так, здесь стоят у меня лаки. И наклеечки на ногти. Вот так все это выглядит. Магнит для магнитного лака, основа, закрепитель и лак для рисования с тоненькой кисточкой. Так, дальше. Вот в этой косметичке у меня бижутерия лежит. Здесь лежат всякие большие... такого этнического вида, вот как такие серьги, браслеты, кольца, большие браслеты. Все в этническом стиле оформлено. Так, и мои чемоданчики для бижутерии. Вот такой чемоданчик, мой любимый, его мне подарил муж. Вот так вот он выглядит внутри. Вон с зеркальцем. Вот так вот. И верхняя крышка снимается. И там у меня еще украшение. Очень классный, очень удобный. С ручкой можно взять, куда хочешь пойти. Вот такой вот комодик. Этот комодик мне подарила моя подруга. Он
здесь сверху вот так открывается, и, собственно, ящички. Здесь лежат украшения, и здесь лежат украшения. Так, ну и, собственно, что у меня хранится в этих коробочках ручной работы, шкатулочках? Вот в такой. Есть, ну, всякая ерунда, брелочки, еще пока не придумала, что мне складывать. Так, ну и из одной коллекции, вот такой большой. Извините, это моя кошка. Так, здесь у меня брошки, вот такие цветы. Это заколка и брошь в одном. Ну и там тоже несколько брошей цветов. Поменьше вот такая. Здесь у меня лежат для волос тоже цветы, брошки, резинки, вот такая заколка. Ну, в общем-то, так вкратце. А дальше еще поменьше вот такое. Здесь пока ничего не лежит. Здесь пока пусто. Ну и два маленьких осталось. Вот такой. Здесь у меня лежат заколки, невидимки. Вот такая заколка. Маленькие резиночки для волос. Ну и вот в такой, в самой маленькой, хорошенькой, хранятся вот такие резинки, невидимки. Такие силиконовые, что ли, для волос. Ну вот, в общем-то, и, наверное, все. Сейчас я вам покажу еще раз, как это все выглядит вместе. Вот так вот. Есть документы, лампа. Ну что же, если вам понравилось, подписывайтесь, оставляйте свои комментарии, предложения, отзывы, пожелания. Буду рада послушать ваше мнение. Всем пока!